даже трудно себе представить. Жил на земле один могущественный йог. Все свое время он проводил в медитации на верховную личность Бога Шри Вишну. А имущество его было всего-то две повязки набедренных. Одну он одевал, а вторую вешал сушиться на куст. Но вот однажды... Сдается мне, что этот мышонок хочет украсть мою гамчу. Сидит. Не уходит. А, так мыши же не боятся собак. Мыши боятся... Мышь... Что? Кошек. Мыши боятся кошек? Точно, мыши боятся кошек, поэтому мне нужна кошка. А где ее взять? Кс-кс-кс. Так я же йог. Я же могу сотворить ее с помощью своих мистических совершенств. Я прочитаю мантру, и здесь появится кошка. Ам Йогешвара Намаха. Кошка, появись. Тебе надо, животное? Мяу! Мяу? Ты хочешь есть? Ага. А что едят кошки? Молоко? Тебе нужно молоко? А где взять мне молоко в этом... Я же йог! Я же могу сотворить молоко с помощью своей мистической силы. Так, мне нужна корова. Ом... Йогешвара нама, корова, ушло 200 лет моей медитации на тебя? Ты хоть молоко-то давать умеешь? Так, ну что, все довольны. Значит, корова будет кормить кошку, кошка будет ловить мышь, мышь не будет охотиться за моей гамчей. Ну и теперь я могу заняться своей медитацией. Я забыл, ведь корова не может доиться сама. Нужна женщина, чтобы доить корову. А, мне нужна жена. Жена. А,
Я сотворю ее с помощью своей мистической силы. Ом Йогешвара Намаха. Жена, появись. Просто иди, подай корову. Ну, может быть, ты хочешь что-то еще? Нет, просто иди, подай корову. Ладно, говори. Ты меня не любишь? Да? Да? Я тебя не люблю. Так я и не должен тебя любить. Я должен медитировать. Ты должна доить корову, и все будет как нужно. Ладно, проси, чего ты хочешь. А ты понимаешь, что я йог, мне нельзя. Я ни разу в жизни не делал. Я и в прошлой жизни, и позапрошлой не делал. И никогда делать не буду, потому что если я хоть раз делаю, все мои мистические способности пропадут. Ладно, жена, успокойся. Я сделаю тебе ребенка, но сделаю я это не обычным способом, как все привыкли. А сделаю я это с помощью своей мистической силы. Ом Йогешвара Намаха. Ребенок, появись. Вот. Все довольны, я создал ребенка, чтобы удовлетворить жену, чтобы та доила корову, чтобы корова кормила кошку, которая охотится за мышью, которая ворует мою гамчу. Ничего себе списочек. Ну ладно, тем не менее, я могу продолжить свою медитацию. Разве так жить можно?
Я имел всего две гамчи. Это жизнь материальная, это какой-то капкан. Отсюда надо выбираться. Чем быстрее, тем лучше.